Ну и перед началом моего ролика я хотел бы вам продемонстрировать, значит, это умный держатель смартфона. Заказывал я его на Алиэкспрессе. Значит, как он работает? Подносим любой телефон или руку, вот так вот ставим на свое место, и вот он держит наш телефон. Чтобы заново его открыть, подносите сзади руку, он открывается, и забираете свой смартфон. Единственный минус — это когда вы ставите на телефон такой защитный бампер, он его не обхватывает, обхватывать не будет. Ну вот как-то так. Ссылка, если что, будет в описании, смотрите сами. В принципе, недорогой, не больше 800 рублей стоит. Ну а далее будет рыбалка, приятного просмотра. Всем рыбоохотникам привет! Сегодня мы отправились на рыбалку, тут карьер такой небольшой, и попробуем половить хищника. Вот, я сегодня взял целый набор воблеров, вот такой вот набор. Буду тестировать разные вот эти воблеры, всякие расцветки, крючки у них очень острые, цепляются прям за все. Это то, что я заказывал на Алиэкспрессе. Не отключайтесь, вам приятного просмотра, ну а я погнал дальше по берегу и буду тестировать. Ну, приступим к нашей рыбалке. Попробуем покидать здесь. Конечно, этот воблер далеко не бросается, далеко не закинешь. Здесь ветерок такой. Вот, против ветра тяжело. Вот была поклевочка небольшая. То есть на этот воблер щучка действует. Здесь щука точная. Здесь и окунь, и щука присутствует. Ну. Так, ладно. Здесь ничего я не поймал. Сейчас перейдем в другое место. Вот туда пойдем. Вон щука схватила такую же щуку и держит ее во рту. Ну вот, вот он. Я, короче, перешел сейчас в другое место. Вот, щуку взял. Все-таки воблер это 100% рабочий. Вот она, небольшая. Есть. Небольшая, скилошная где-то. Да что такое? Ты смотри. Есть. Вот. Так что на тот же самый воблер. Рабочий китайский воблер. Ну и, ребята, я уже не первый раз говорю, что ссылка будет также в описании. Вот именно на набор воблеров. Их 43 штуки. Вот. Ну, я как бы, может быть, надоел вам со своей рекламой. Вот, но я заказывал, сейчас еще это Карифану, короче, заказал. Вот, ему тоже понравились эти воблера. Вот, пока что вот этот уловистый. С одной щукой мы уже познакомились. Вот, далее будем проходить по берегу, останавливаться, кидать. И так попробуем что-нибудь половить. Thank you.
Эх, сошла. Вот он. Почти взяла. Почти. Чуть-чуть осталось. Она бы взяла. Я прям ее видел. Вот, есть, есть. Есть, небольшая, маленькая. Вот такая. Вот она и ушла. Ну и ладно. Не жалко, пускай живет. Не, берет, я вот взял пару штучек. Это даже... О, окунь, точно. Ты смотри. Там большие, пойдем туда. Вот я туда и хочу. Пойдем. Вот тут вот буквально начинается. Все, уходит. Да плыви уже, плыви, давай. Я тебе помогу. Иди. Кыш. Так, значит, вот на такой берет. Прошлых видео я показывал. Вот он у меня немножко покусанный. Буду менять сейчас другой вобер. Вот это рабочий 100%. Вот, сейчас поменяю на новый. Значит, вот на такой воблер минут 20 кидал, пока ни одной пойманной рыбки. Вот сейчас перейдем на другой, более темный. Вот, попробуем точно такой же формы. Попробуем сейчас на него, сейчас я вам покажу. Вот зацепил сейчас вот такой воблер, такая же форма. Вот, сейчас попробуем на него. Надеюсь, хотя бы одного сегодня еще на этот поймаю. Все, что я использовал в воблере, у них у всех вот эти якоря, у них у всех острые, цепляются прям за все. Качество, в принципе, хорошее. Секунд где-то 10-15 секунд даем утонуть воблеру, так как он донный, и начнем тянуть мелкими такими перебежками. Мелкими паузами, небольшими. Вот здесь еще такое место, как бы зацепов нету, я проверил, еще ни одного зацепа не было. Песочный берег. Вот это очень большой плюс. Зацеп. Небольшой зацепик. Все-таки тут есть небольшие зацепы. Отцепил. Ну, забросы делает, конечно, далеко с моей новой катушкой, с моим новым спиннингом. Ну, так на метров 20-25. Вот особенность в этом воблере то, что чем чаще тащишь, тем больше он углубляется и создает небольшую вибрацию в воде, в слоях воды. Вот, сейчас будем пробовать, как оно все это будет происходить. Хоть одного поймать, посмотрим, работает он или нет. Ну и тащить, конечно, его намного тяжелее, чем верховой воблер. Зацеп. О, палку вытащил. Что это? Это не палка, это сеть.
Какая-то сеть. Твою мать, а. Сетка, по ходу дела, да. Надо же. Блин, главное не утонуть. Сеть. Надо же, а, сетку. Сейчас будем убирать сетку. Не знаю, чья. Нафиг она тут нужна? А, нет, это даже не сеть. Это какая-то приблуда, типа паука, что ли. Вон, привязана к палке. С грузом. Да. Не знаю, как назвать. Косынка, что ли. Вот. Такие нам не нужны зацепы. Делаем выводы по этому воблеру. Воблер, короче, рабочий. Окунь на него берет. Он более такой донный, как я и говорил. Следующий воблер у нас будет вот такой вот расцветки. Я так понял, у нас окунь на дне. Вот это воблер более такой донный. Погнали. Есть. Еще один окушок небольшой. Есть рабочий воблер. Так, его мы протестировали. Окунь у нас есть. Вот такой вот. На это тоже ничего не брало. Видать, просто рыба спит. Ну, надеюсь, мы еще на него попробуем. Ух ты, что там у нас? Еще рогай. О, еще рогаечка. На блесну, да? На желтую. На вертлюшок. Сделаем небольшой перерыв. На спиннинге мы пока перестали ловить. Ну и клевать, в принципе, перестало. Сейчас вечер. Вот, сейчас я попробую на поплавок. Вот, сегодня взял поплавковую удочку. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, начнем нашу поплавковую рыбалку. О, клюет. Сразу, смотри. Мелко, мелко, мелко. О, ведет, ведет, ведет. Опа, сошел. Дубль 2. Тащит, тащит, тащит. Опа! Ух ты, хороший. Во, живец. Че, поют такие живцы? Разжерутся. Во. Во, живец. Вот это живец. Смотри, прям как надо, 10 сантиметров где-то. Совсем маленькая. Да зачем он совсем маленький? А все, ему глаз выколол. Он без глаза. Одноглазый Билли.
Ух ты! Ой, у меня есть. Сейчас попробуем половить на кусочек сала. Вот я взял кусочек сала. Сейчас нацеплю на крючок и на поплавок. Окуня идут на сало. Хорошо. О, еще один на сало. Хороший. Нормально, слушай. Ну такие стандартные, короче, ладошечные. Прям на сало херачат. Один остало. Ну правда маленький. Небольшой. Ну сегодня, короче, сало рулит, реально рулит. Да, казан, казан мыть. Кто бы еще отказался от такого сала? Ну, таких мы будем отпускать. Ого, вот это удар был. Ну-ка, давай, давай. Тащи ее, Витя. Да, его нету там. Сошла, наверное, да? Угу. А, сошла. Блин, ну хорошо дергала. Надо было чуть-чуть подождать, чтобы она заглотнула. Ты знаешь, после войны все герои, бля. Я бы тоже, если бы знал, что ее не было, я бы еще подержал. Карасик. О, еще что-то. Карасик вроде. Хорошая, да? Не знаю. Да, видишь, как сгинает. Ух ты, бля. Хорошо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Только не сломай удочку. Ух ты, ты смотри. Окунь, о, смотри, добротный прям такой хороший. О, бля, оторвалась нахуй. Ой, нахуй. В садок его давай. Давай я тебя сфоткаю. Конечно, нахуй ты мне усрался, сиди там, блин. Да выкинь его уже. Он мелкий. Это маленький. А он заглотнул хорошо. Ёб твою мать. Крючок там остался. Оторвал крючок? Да. Ну елки-палки. Там остался. Все. А потом зацепь. Если живец был, а на него. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Подожди. Карась! Эй, да! Карась, прикинь! Так, нет, что ли, поймал? Да. Вот я нет, 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 он его съел. Давай. Ты прикинь. Ой, ой, ой. Карась здесь есть. Давай, давай, карасенок, давай, лезь под лизу. Давай, еще сейчас. Представляешь, смотри, какой хороший. Вся рыба, блядь, что хочешь. Давай, еще. Давай. Давай, 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 во. Нет. Давай, давай. Вечерняя поклевка просто давай, в разгаре. Давай, нахуй. Кидай его. Подожди, я хочу сфоткаться с ним. Давай, ловить надо, а не фоткать. Тихо, тихо. А там червяк, нахуй, смотри, похуй. Я уже три на нем ловил, а оставляй. Он карась, пришли такой хороший. Карась, что ли, опять? Да. Карась, что ли? Видно, да. А, нет. Огонь. Да, под вечер огонь пошел, да? И на одного червя уже пятый. Она, блядь. Что, на живца, что ли? Да. А, ты так зацепил? Да. Как на донку, но на живца. Здесь, уйди.
Тихо, тихо. О, на донку, на живца поймал что-то. Ты смотри, нифига хорошая. Такая, ну, скилошку. Короче, новый вариант ловли рыбы. Берешь, на донку живца цепляешь. На донку цепляешь и все. Во, хорош. Это на сегодняшний день самое крупное. Ну, такая полторашка. Ну, спасибо, что уделили время. Хорошо, что у нас выходные совпали. Вот. Хорошо, что мы вам показали это местечко, вы будете знать уже в дальнейшем. Короче, выпьем за рыбалку, за ту, которую мы поймали сегодня. Ну да. Давайте. Без рыбы не осталось. Я позапрошу, у меня вот такой есть.